сооружают сцену. Черти какие-то сцену сооружают. Что это за мероприятие? Видите, никто с потопом не борется. Все, музыка, гулянки, пьянки. О, просить даже. Монтаж проходит. Здравствуйте, а кто это приезжает? Цыганова. А понятно, решила, значит, деньжат подзаработать. Не, понял, предвыборная. Ну, конечно, ну, я имею в виду, что предвыборная. Вот, видите, вспомнила о том, где взять бабки, Вика. Смешно, бля. Ну, вот, видите, вопрос разрешился. То есть, к вопросу о финансовых вливаниях в агитацию, да, все, ну, может, стоит сходить за эту мразь. Испортить бюллетень, но с другой стороны выхода вообще никакого нет, потому что один хер будут подделывать и будут подтасовывать, то есть, ну, я воздержусь пока о своем мнении, да, что делать. Ну, лучше делать ноги, как говорится. Вы меня поняли, да, мои зрители? Видите, какой еще сюжет из ничего пошел. При этом гремит гром, ну, потоп я вам уже показал. Вот здесь, кстати, утонул прошлый потоп драмтеатра, его хранилище костюмов, реквизита, там оснащение сцены, ну, то есть полностью все почти. Что-то они успели спасти. И вот сейчас, возможно, все повторится. Его, кстати, отремонтировали. Но как раз не прошло и 6 лет, да, как опять. И вот оно опять, и вот оно снова. Так, заливает меня, а я собрался прогуляться опять после праведных трудов. Цыганова — это не Pink Floyd, конечно, поэтому забить. Водка, селедка, все, выключаем.